Ну все, погнали! Ребята, всем здорово! Вы на канале Hi Aydın First! Привет! Здорово! В сегодняшнем видеоролике вас ждет всеми любимая рубрика «Прятки в Teardown с разрушениями». Все как обычно, 8 минут на поиски, кого находят первым, помогает искать ведущему. Кто найдет всех быстрее, побеждает! И если вы хотите, чтобы на нашем канале ролики выходили чаще, поставьте лайк, проверьте свою кнопочку подписаться, а мы начинаем! Сегодня у нас вот такая вот интересная древняя карта, и пацаны, давайте решать, кто будет водить первым, вторым и третьим. А как решать будем? Давайте устроим забег. За вот этим вот домом находится машина в лесу. Кто первый до нее добежит и ударит молотком, тот, соответственно, и будет водить первым, вторым и третьим. Окей, понятненько. Саша вычерчивает линию старта. Готовы? Да, готов. Погоди, как ты готов? У тебя доска в руке вместо молотка. Фух, давай, let's go. 3, 2, 1. Бежим! Вы что деретесь? А никто не запрещал по правилам. Офигеть, это нечестно. Быстрее, ребята. А где машина? Я вижу машину. Где, где Кирюха? Бежим прям по огородам. Кирюха меня погнал. Ах ты засранец. Я походу лидирую, да. Ой, Сашка вообще отстает. Да как вы бежите так быстро? Есть, я буду водить последним. Кирилл, молотком. Хорош. И Саша, как обычно, последний. Да потому что палку поставили мне. Крысиной стая, играй по-крысиному. Вот тебе, Стасян. Все, Сашка ищет первым, а мы прячемся. Я пока почилю в своей машине. Даю вам ровно минуту, а вы прячьтесь. Полюбуюсь закатом, рассветом или что тут сейчас у нас. Так, деревня у нас очень большая и мест, где можно спрятаться, очень много. Но надо найти такое, чтобы тебя вообще точно не нашли. Да, в этой небольшой деревушке это будет сложновато. Погоди, как бы места много, но спрятаться опять проблема. Надо прям хорошую же нычку-то найти, хорошую. А то, считай, только спреем успеешь и все, он тут как тут. А что если мы спрячемся где-нибудь вот здесь? Вот так вот сюда засядем, вот этим прикроемся, и все, это будет неплохо. О, а может туда спрятаться, ну-ка. О! А, блин, насквозь пролетел, блин. Все, бегу в другое место прятаться. Так, ребятки, что вы тут делаете? Работаете, да? Давайте, бог в помощь, братья. О, погодите, я придумал. Смотрите, что делаем. Так. Короче, все, я здесь прячусь, я не вижу мест, которые могут быть лучше этого. Я готов. Я тоже готов. Все, пацаны дали мне отмашку, засекай время. 3, 2, 1, побежал искать. Погнали, доберемся очень быстро на тачке. Вот я сходу вижу, а ты в смысле на машине нас искать собрался? Я просто очень быстро доехать, вылетаем резко и сходу погнали. А ты его тоже видишь, Стасян? Ну я сейчас его видел, когда он ехал изначально, а потом все, он потерялся с поля зрения. Я слышал про работающих пацанов, вот мужики. Че, как работается? Нормально у них все. Может, Стасян здесь? Может, и там. Нету. Ладно, мужики. О, так тут еще он какой-то камень таскает. Тогда он здесь. Саша, спрей! Слышишь? Не. Фу, значит, ты вообще далеко от меня. Я тоже брызгаю, и меня, похоже, тоже не слышит. Ну, карта реально большая, поэтому будет чуть-чуть побольше подсказок, чем в предыдущих частях. Да я вас отвечаю, не слышу, что за фигня. Короче, скажу так. Вижу дым, вижу и прям вообще краешком-краешком где-то там вдалеке фонтан, походу. Так, я, похоже, догадываюсь. Тут мы видим какие-то палочки, которые ведут на крышу и пусто! А что за фигня? Ну я изначально туда хотел залезть. Я сейчас тебя видел, мне стало страшно, я обратно спрятался. Ну ты вообще рядом, слушай. Слышал? Да, слышу. Ну-ка еще давай. Нет, пока, погоди. Не все сразу, брат. Блин, я так устал, реально, я не могу понять. Но я здесь был в этом доме. Блин, тут столько много персонажей, что каждый кажется, что это бежит Саню. Вернемся, пожалуй, обратно. Оп! Ты не видел меня, да? Нет. Ты прям на меня вышел, я такой, да ну нафиг, все, думаю, спалился. Где, куда смотреть, мне уже не нравится это. Опа, прям по духам. Ко мне. Вижу. Нет, он видит. Да стой, брат. Ты что там себе пещеру вырыл? Да, там мужик меня обрабатывал. Не, прикольно, в камнях вообще не видно. Че, все, потерялся? Да блин, ты здесь. Да тебя не, а как ты быстро бегаешь, я не понимаю. Мощный. Я аж испугался. Мне надоело это. Саша. Да. Иди оттуда, откуда мы начинали бежать. Я примерно знаю, в какой он местности. В смысле? Ну я видел же, как ты бегаешь. Ага, все, вот он где-то вот здесь вот, скорее всего, должен быть. В этих домах. Саша. А? Здесь вот где-то. Все, где-то стой, здесь. Я понял. Я нашел. Нет, бежим. Брат, быстрее ко мне. Он ко мне бежит. Дави его. Ах ты мышь, еще планки ставит. Саша, быстрей. Попался! Оставь! Попалась мышка! Офигеть, я удачно вообще это двинул там! Блин, не, ну все, я сшибался с тобой гоняться, иди сюда! Эй, какой дробовик, отстой! Есть!
сделать. Все, Астасян, все? Да, Саша, я нашел, и твое время 7 минут 13 секунд. Блин, еще чуть-чуть не продержался. Ну это очень сложно, карта капец здоровая. И тут вообще много всего незнакомого, и непонятно, кто где пшикает. Еще эти мужики постоянно болтают, и девка вот эта тоже что-то говорит. Согласен, карта очень большая, и теперь очередь искать у Кирилла. А теперь давайте поговорим немного о приятном. Если ты уже не знаешь, во что поиграть на своем мобильном телефоне, то спешу тебя обрадовать. Я нашел одну очень офигенную игру, которую тебе рекомендую. Grand Mobile – это уникальная игра с реалистичным ролевым сюжетом. Здесь можно стать кем угодно, например, обычным рабочим на шахте, либо устроиться на завод, где создают автомобили. Но чтобы заработать много денег, лучше открыть свой бизнес. Тогда ты сможешь купить любой автомобиль или какую-нибудь недвижимость. Но если ты не хочешь зарабатывать деньги честным трудом, стань преступником. Но помни, что другие игроки могут играть за полицейского и бороться с такой преступностью. Также, если ты не хочешь начинать с самого начала, я договорился о приятных бонусах для хорошего старта. Вводи промокод МАЛОЙ, и ты получишь гелик, 30 тысяч рублей и VIP на 7 дней. Встретиться мы сможем на втором сервере, поэтому прямо сейчас качай игру по ссылочке в описании и начинай новую виртуальную жизнь. 3, 2, 1, разбежались! Ого, ты че? Ого, мне попал! Пляшите, девочки! Саня, он походу будет очень жестко искать. Да Кирюха настроен прям серьезно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Где бы спрятаться-то теперь? Ху-ху. Вот эту нычку я нашел, Кирюха меня вообще не найдет. Че, Саша спрятался, да? Да, я готов. Так, окей, я хотел хорошее место, чтобы видеть его, но не получается, короче, сделать это. Поэтому мы немножко переиграем. Аккуратненько, все, залезли. А давайте вот так вот сделаем. Кстати, братья, такое место, такая нычка. Так, ребят, вот находимся мы, а вот там бегает Кирилл. Че ты смотришь наверх, а? Че палишь на меня? Не подглядывай, Саша. Все, я спрятался. Кирюха, отправляйся на поиски. Окей, погнали. Сразу возьмем машину, чтобы добраться до противоположной карты. Согласен, это самое лучшее решение. Прям по грядкам. Извините, бабуля. Это прям здесь, где-то рядом. Все. Мы добрались до точки назначения, и давайте здесь поищем. А давайте сразу спрей. Страшно было? Ой, слышал? Нет, не слышал. Но страшно было. А меня слышишь? Опа, опачки. Опачки, так, ребят, опачки. Я кого-то слышал. Где? А где-то вот здесь. А я не вижу тебя. Но мне страшно почему-то. Он здесь где-то. Слышно здесь. Рядом с тобой? Да, я слышу топот. Опачки. Вот это здание мне приметилось. Какое? А вот не знаю, не скажу. Сначала тебя найду. Блин, он слишком быстро ищет, Саня. Ой, мне кажется, вот эти вот коробочки, они стоят так неаккуратно. Интересно. Но, наверное, там никого нет. А че, куда побежал? Нет. Я смотрю, в щельку подглядываю, это страшно стало. Чуть не умер там от страху. Все, Кирилл, потеряйся. Да я не могу тебя догнать. Женщина, помогите. Давай, ну стой. Нет, ты, господи. Да все, отойди, Саша. А нужна я? Помощь, нужна подмога. Я не могу помочь. Все, Кирилл, успокойся. Yes. Фух, это просто я тысячекратное нажатие на мышку сделал, чтобы его убить, блин. Капец! Все, Саша, давай искать тебя. Так вы меня быстро найдете, вдвоем-то. Кирилл? Что? К месту старта. Ну я тебя вижу. Вот, где-то вот здесь вот. Вот либо вот это здание, либо вот эти вот башня, и либо вот эти два, где-то здесь. Давайте окинем взгляд орла, и никого не видно. Окей. А что это? Где наши подсказки, Саша? Ну да. Слышно? Да погоди, не слышал я, у меня этот фонтан, я его сейчас вырублю, он мешает вообще. Фонтан вообще не фонтан. Откуда бьет ключ? Я не понимаю, что за аномалия? Знаешь что? А я, короче, вижу, какая-то доска торчит. Так ты-то где сам есть, я не вот вижу. Вот ты назад побеги, или это ты делал ее? Вот на этой башне. Да какой башне? Вот, сейчас, подожди, стрельну, вот в той башне. О, я тоже вижу досочку какую-то. Да он по-любому... Опачки. Да, здесь где-то мышка слышно, пшикает. Короче, давай выкуривай, а я на улице ловлю, если чё. О, ты чё, сбежал? А ты куда сбежал? В смысле, он сбежал? Похоже, да. Вот у тебя плохой какой караульщик на улице, блядь. Ё-моё, Кирилл, я его прозевал. В смысле, ты куда сбежал, засранец? Саша, а чё ты не пшикаешь-то больше? Ну давай, пшикаю. Слышишь? Блин, я вообще не слышу. Блин, это такое ощущение, что где-то далеко. Он прятался, Стасян, где и ты?
Стоять! Вижу! 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 Ничего ты не видишь, да стой! Yes! Так, Кирилл, твое время пока что лучшее. 6 минут 23 секунды. Ну, неплохо, неплохо. Пацаны, я даю вам 30 секунд, чтобы спрятаться. Кирилл, стой на месте. От тебя в ответку. Не попадешь. Время пошло. И ни разу не попал. Вот, посмотрите, это моя машина. Недавно купил. Не бита, не крашена. Кому надо, обращайтесь в личку. У нее уже 2 владельца бывших, потом посмотрите. В общем, по всем подробностям в паблик ВКонтакте. Если вы еще не подписаны, там выходят очень смешные мемы. Все видосы загружаются раньше на полчаса, чем на YouTube. И мне будет очень приятно, если вы станете моим подписчиком в паблике ВКонтакте. Ссылочка в описании. Я нашел хорошую нычку. Здесь меня Стасян ни за что не найдет. Даже с Кирюхой они вместе не смогут меня найти вообще никак. Я готов. О, ну-ка, ребят, а давайте попробуем здесь. Так. О, вообще классное место. И отсюда выглядывать можно, если что. Все, я готов. Окей, я отправляюсь на поиски. 3, 2, 1. Так, выглядывать, говоришь, можно. А, что мы стопим-то? У нас же машина есть. Время надо сокращать как можно быстрее, чтобы найти. Ты бабку сбил. Да пофиг. Где вы есть? Ну-ка, пшик. Стыдно должно быть, товарищ. А погоди, ни одного не услышал. Так, а что, если какая-нибудь мышь захотела так же в камни залезть, как я? Ну, я не мышь, если что. Пацаны, я бегаю практически 2 минуты, я вас ни разу не услышал. Странно. А можно еще попшикать? Я вот пшикаю, не переставая. Я тоже. Собственно, я слышал. Иди нафиг! Ну ни хрена себе, как я вообще заметил? Так вообще нечестно. Блин, не надо было пшикать тебе. Да ты заколебался. Я сейчас возьму оружие, если борт доски свои ставит. Получай, получай! Ах, ты еще живой, что ли? Я уже заколебался с тобой гоняться, стой! Нет, дробовик пошел! Да тебя вообще не догнать! Бежим! А где ты есть? Здорово! Ай, да черт! Есть, все, давай, помогай искать Сашку. Блин, еле догнал, если честно. Че, все, Кирюх, что ли? Фух, да. Блин, у меня аж дыхалка закончилась. Я тоже устал с тобой бегать. Саша, я спрей не слышу, где он? Да я пшикаю, я уже тут все закрасил, что у меня есть. Погоди, вообще, все, я просто потерялся, я нигде не слышу Сашу. Всю карту реально оббегал. Опа, это что за капитан там стоит? Где? В смысле? Ну-ка. Где? Он на корабле, что ли? А, это капитан корабля, появился, Сашка. Где? Ты как залез-то? Иди сюда! Ах ты мышара! Да стой, не надо меня... Кирилл, куда бежать? Куда бежать? К одной из лодок! Таких тут несколько! Я опять по тебе попасть не могу! Кирюх, уйди! Вижу! Ну по-хорошему... Получай, получай! Понятно, почему я не слышал? Есть, все, останавливаем время. Это была такая классная нычка, просто и так спалиться. А я думаю, почему я всю карту оббегал и его не слышу? Я даже не думал, что он может на лодке сидеть. Пацаны, а вы знаете, сколько я вас нашел? Ну, явно меньше, чем мы. 4 минуты 44 секунды. Ой, какой молодец. Естественно, готов принять ваши поздравления. Вы че, офигели что ли? А на этом наш видеоролик подошел к концу. Сегодня удача была на моей стороне. Надеюсь, что вы досмотрели прятки до конца и вам было супер весело, смешно и приятно провести время с нами. И мы с вами не прощаемся. Увидимся в новых видеороликах. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока. Пока.